Друзья, всем привет! Ну что, как и обещал я, приехали сегодня мы ловить леща. Ой, на улице морозяка, тридцатка. Все никак мы не можем попасть в погоду. Ну да бог с ним, с погодой, с этой. Рыбалка, она и в Африке рыбалка. Ну что, усаживайтесь поудобней. Чаек, кофеек. Вкусная конфета или там плюшка. А мы начинаем. Поехали. Оба-на. Он начинает спускаться. Сидят уже рыбаки. Здорово. Ну что, рыб клюет? Да ну. Нету, что ли? Ушла на дальний кордон. Вот падла, а. Понял. Вот он, Вадим Геннадьевич. И снова здрасте, Вадим Геннадьевич. Как у вас, рыба клюет? Не знаю, еще не опускал. Только забурил, да? Да. Вы думаете, тут в коряжничке, да? А тут коряжник. Если стоит, то куда дальше. Здесь его, по-моему, особо нет. Не чуть-чуть, да? Это ты вот так вот серию уже забурил лун. Серию луночек забурил? Да, чтобы пробовать ходить. А мне как, параллельно бурить? Там тягун-то сильнее где-то стоишь. Нет, не тягун, не надо сильно. Вот так вот по этой полосе примерно здесь. И иди, да? Слабее. Ножам тоже. Ножам привет. Я вижу, но ничего, все равно. Ну, потихоньку ползет. Что, еще одно? Или пока хватит? Давай вот тут. Где-то не руками будет. Вот здесь еще одно. Ну все. Достаем и смотрим. Спецприбор. Спецприбор. Давай. Поглядим. Сегодня мы где находимся? Ну, как и обычно. В неизвестных для всех людей местах. Координаты, да? Да. Новая Ивантеевская. Ну, давай, так и будем ее называть. Так и начнем, да? Новая Ивантеевская. Пока лед очень красив. Видно, где луночки были, да? Да, вон оно все светится. Где были, где есть. Так. А где рыба? Опа! Что, дно уже, что ли? Ну, тут метра три глубина. Небольшой, наверное. Ну да, получается, все и на дне. И полное отсутствие рыбы. Ну, неудивительно, в сущности. Вообще ноль. Нету никого. Все. Все, да? Все. Об этом месте мы все узнали. Можно обедать. Чаи гонять? Да. Ну, по традиции, это чайка хапнем. Ну, давай дальше пройдем. Давай сразу в крайне отпустить. Может быть. Может быть.
Солнышко светит хорошо, да? Да. И уже на душе теплее становится. Не говоря о том, что тридцатка, блин. Просто аж потеть уже начинаю. Да? Да. Я вижу, как. Только ресницы слепают. От пота. От чрезмерного. Ну давай посмотрим. Оп. Оп-хип-хоп. Где же ты, где? Опа, дрова там. Здесь походу тягун такой, что даже камеру не трясет. Но... Ну, я еще не повернул. Не пробовал вертеть, но да, есть какое-то сопротивление, по-моему. Дрова. Дрова. Нет, так его. Его и на. Да, его и на течении-то нету особо. Стоял бы на течении. Дров встало. Вон он. А вот он, ага. Вот он, видишь? И у дна. Тут и комбайн это не поставишь сейчас. Нет. С такими дровами. А я и не брал их. Вот они. Вот, ну, вот они. Вот он. Куда-то все в одну сторону смотрят. Сейчас мы посмотрим. О, этому на голову. Прям положу. Возле камеры стоит, прикинь. Ему на голову. Хвостом, по-моему, прям в камеру. Да-да-да. Вон, смотри, сколько его. Тьма тьмущая. Так, а куда смотрит он? Где? Ох, тихо, тут коряшка. Так, и смотрит тебя... весь. Да кручу, вот, юг, видишь. Сейчас посмотрим. Сейчас я крутану. Смотрит вот сюда. Да? Блядь. Течение тут. Да ёптать. Юго-восток, что ли, смотрит? Я не пойму. Это пока сейчас направление объектива, да? Да, да. На юг. На юг все смотрит. Сзади тебя, короче, объектив смотрит. Да? Ну, юг-то сзади тебя. Ну. Ну. А они, получается, стоят вот здесь. Блин. И смотрят вправо. Течение. Так, сейчас. Вот так, да? Ну да, вот так где-то. Вот, юг, юго-восток. Начнем мы традиционно с чашечки чая. Поискали рыбу. Давай, так и сделаем. Пора и глотнуть Чайковского. Горяченький. Опа, чпок. Шиповничек у нас. Медок. Ну что, давай за рыбалку. Чин-чин. Давай. Что-то вы инеем покрылись. Чувствую, ну. Стареете. По-любому. Холоднеете, да? Не тает на вас все. Все уже. Я на солнышко, а ты мне наоборот перекрыл его. Да ты там стоял, там тень от дерева. Нет, я стоял прям солнышко, четко. У тебя глаза, вот он. Ты встал и перекрыл. Вот, вот видишь, ты отошел, и все, и светло стало. Что тут у нас с удочками? Так, эти все. Так, это сюда, вот она. Клопиком, вот это вот тяжеленькая. Блин, ну я боюсь, что она грамм, 1 грамм, 1,2, короче, с фосфорной такой вот глазиком. Ну, здесь вот клопик-коброчка. Хватит ли весу? А что вешаешь, опарыша, да, Геннадьевич? Я опарыша одеваю. Какого, белого? И мотылика одного, да? А? Червячков, да, опарыша. А, червячков вы вешаете. А у меня нету червячка. Руки подмерзают. Ну, есть такое дело. Так. Сейчас мы достанем. Мотылик есть. Мотылик и опарик. Думаю, будет хороший бутерброд. Вот они. Опа.
мотылик и опарик. Первого мы запустим, прицепим вот так вот мотылика, далее зарядим опарика. Убрано. Ну и начинаем опускать. Надеемся, что тут нету лютого коряжника. Хотя и не уверен. Тут еще и тягун лютый. Да, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, прям по коряжничку так протягиваю. Опасненько. Опасно иду на грани. На грани, на полной. Попробуем. Опа, есть. Первый есть. Густера. В общем, надо где-то сзади, да? И тягун поменьше. Ну вот, Геннадич поймал первого. Шибко не будем кричать. Много желающих обурить. Ну, а я вот на тягуне сижу. Пока. Нету. Пока поклевок нет. Вот, а в камеру глядели? Нет. Нету, но он подошел, набурили, насверлили. Я тебе говорю, начнешь трясти, он придет. Короче, хитро, да, все тут? Ну ты-то, я говорю, ты-то старый лещатник. Ты знаешь все повадки его. Ну это уже наглёшь. Пошёл я Геннадичу, короче, обуривать. Ну там, уже третьего подлещика вытаскивать. Где-то лунка здесь была. Ну, далековато от него. Или где-то вот тут вот. Сейчас забуримся под него. Сегодня будем мы под жопником. Старый лещатник знает толк. Придется его обурить. Примерно где-то вот этой степи. Да? Да будет хоть где, Дим. Тягун терпимый, ты дно нашел, да? Да здесь тягун нормальный. Все. А ловите вы на червячка, да? Это? На червячка ловите вы, да? Ну да. И клюет на червячка. Клюет на червячка. Жалко, у меня нету червячки. Да, что, проблема? Не, ну, по сути-то он должен и на мотыликах брать. Ну, тут вчера он меня брался на мотыляк. И высоко берет тогда. Ну как высоко? Ну один клюнул, наверное, так полметра. Ну ты, я смотрю, высоко ведешь. Ну проверяю. А ну я понял, понял. Ну и хапнул ты, по-моему, высоко, я что-то смотрел. Ну, он клюнул, да, сантиметр 40 от одна. Да. Ah.
пальцы замерзают. Прихватывает. Другие мормышки попробуй. Может, тут какая рыба есть. Не пойму, что за... тянет, что ли? А, нет, вот. Опа, была поклевочка. Вот он, первый подлещик хоть. Но поклевки вообще еле-еле. Чуть-чуть приподнимает. Вообще. Аккуратненько берет. Еле-еле. Вообще. Шевелит. А? Ага. Густера. Поклевки вообще такие нежные. Ну. Давление еще высокое. Куда? На мороз, на такой.
как уклейка клюет. Еле-еле. Еле-еле. Вот такие вещи. Подлещики. Поклевка как у уклейки, блядь. Уговариваешь и уговариваешь тут. Нет, нет, проклюнет. По-моему, ерша хапнул. Так точно. Ага, судак. Мини-судачело. Кушать хочется. Солнышко все равно в спину пригревай. Маломальски. Хоть и морозится. 24, да? Ну, сбавил маленько. Утром вообще 30-ник. Погреться. Чай будешь, Серёг? О, хорошо. Горяченький. Тюкнул. Да, вот сейчас вытащил. Что-то подзатих.
тих потом. Что-то шевельнуло. Опять ёж, походу, подошел. Да я вроде это поднял. А может так клюет. Он так клюет. Клейка. Там так клюет, бля. Не, вообще они. Непонятные. Подзатих. Ну, там как-то до трех нахуй. Это хоть более-менее вот пополз. Похожий уже на леща. Такой, такой более-менее. Что, камеру опустил? Угу. Есть, да? Ну, не так, как было, да. А, может, сместился куда? Двигается, короче. Зашевелился. Подъехал. Подъехал один. Короче, сюда перебрался он весь.
все, Геннадий. Вообще тихо, да? Даже крючков нет. А я ерша пойму. Это фартануло. Понял как? Вот так вот. Ребятки, ищем, ушел вообще лещ. Мы сделали очень много лунок, как будто его и не было. Куда-то просто он ушел. Хотя было вообще его по перебору. Все, дно опять, и нету никого. Нету абсолютно. Тишина. Нету. Все, друзья, собрались домой. Клев, в принципе, вообще отрубило. Но он особо и не начинался. Ну, маленько удалось под лещичком поймать. А так, в сущности, видно мороз, давление большое. Рыба плавала поначалу, видно было. Сейчас вот прошли все, и вообще как будто рыбы и не было здесь. В общем, так, все, собираюсь. И до дома. Так что, ребятки, всем пока, до новых встреч. Вот такая сегодня рыбалка на леща получилась. Ну и что, бывает, все равно без рыбы не остались. Глухозим. Все, ребятки, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.